Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Так, привет, ребята. Важное, что... Привет. Всем привет. Кто зашел, вопрос к вам. Вы готовы слушать информацию? И вы готовы помогать мне? Так все это не об мне. А? Все это не об мне. Хорошо. Я врублю вам... Так, сейчас чуть-чуть перемотаю. Ну... К серединке. Это просто озвучка. И, короче, вопрос, как вы считаете, нормально ли озвучено или херово, или что вообще? Друг предложил попробовать сделать. Давай-ка сделаем. Идея была многообещающая, но у нас не было шприцов. Мы решили сходить в аптеку, чтобы купить их. Продавщица неправильно поняла нас и позвонила в полицию. Ну вот, что думаете? Знаете, я заметил такой факт, что почему-то вот в этой футболке почему-то мои прыщи видны сильнее. Это очень странно. Что вы думаете вообще? Ну, то есть, как вы считаете, нормально или нет? Я вам больше, наверное, ничего не покажу. Ну, это должно быть по типу рубрики, короче говоря. Вот. Но, ну, короче, считайте то же самое. Вот. И это я должен озвучить буду. Как вы считаете, что... Ну, нормально, нет? Скажите мне что-нибудь. Так, Дэн, куда ты ушел? Это зачем? Я читателей пригласил и свалил. А, ты пригласил читателей? Кто там нормально, все норм, все, кстати. Дэн. Оцените по 5-бальной шкале. По-моему, родители пришли. Может, не пришли. Окей, сейчас. Ну, вообще нормально же, по идее. Я записал. Ты просто не был тогда еще видеоблогером. Кто меня скринит? Так, ладно. Спасибо, ребята, за помощь. Всем 5 людям, которые помогли мне... Это не смешное видео, извиняюсь. Это убого. Вот. Спасибо всем, кто помог мне
выбрать, там, не выбрать, короче, оценить. Вот. Всем спасибо. Не забывайте оставаться тут, потому что тут будет много всего интересного. Крутые трансляции. Ну, не знаю, насколько крутые. Ну, в общем, трансляции будут, это точно. Так что все, я теперь буду реально вот, прям вообще вот прям... Каждый день будет трансляция, надеюсь. Если мне будет что рассказывать. Ну, или если даже не будет, вы можете всякие вопросы задавать. Вместо того, чтобы снимать всякие вопросы-ответы, я... Сейчас, секундочку, отвечу на сообщение. Так, вот, в общем, короче, здесь будет интересно. Вы можете задавать вопросы, вместо того, чтобы вопрос-ответ снимать этот убогий, я лучше поотвечаю вам в перископе. Так что помните, что я всегда вам рад. Я честен с вами. Честно. Честно честен. И я вас люблю. Несмотря на то, что вас мало, я все равно вас люблю. Нет, честно. Нет, честно. Но спасибо, я вас тоже люблю. Всем спасибо за просмотр, ребята. Пока.